Еле-магазин! Здравствуйте, это Еле-магазин. Ложка не отложка. За нее говорит само название. Ее невозможно взять и отложить в сторону. Кто-то скажет, что это обычная одноразовая ложка. Но вот обычный тест. Считаем вместе. Раз. Два. Три. Восемь. Девять. Она даже может без вреда для себя поднимать из супа крупные тяжелые луковицы. Это до сих пор популярный пережиток советского общепита. Ребенку так не хватает отца. Берете нашу ложку, заботитесь о здоровье ребенка. Как часто начальник заходит к тебе в кабинет и клянчит ложку, ведь у него нет ложки не от ложки. И кто из вас теперь начальник? Ложка – твой козырь перед начальством. Он может отнять у тебя премию, а ложку не посмеет. В кинотеатре стало скучно, потому что от двух съеденных пачек чипсов жирные руки и ими неудобно обнять девушку. Есть выход – ешьте чипсы ложкой. Кто-то говорит, что ложка хороша к обеду, а наша ложка к обеду просто восхитительна, просто бесценна. Оу, точно, цену я и не назвал, извините. Выходит, не так уж и бесценно. Ой, бесценно. Лично для меня эта цифра означает бесценно. Не все работники банка и уборщицы живут одинаково. Да, мир крайне несправедлив. Вот, к примеру, у меня есть ложка, а у вас нет. И это именно та ложка, которая в корне могла бы изменить сценарий любого фильма. Все на пол. Я достал секретный чип. Ручка. Не то. Ложка. Вот он. Где должен быть командир? Командир должен быть впереди, на лихом коне. Пока. Еле-магазин.